Это Моголь ТВ, и в этом видео тебя ждут тесты и загадки, которые проверят твой ум. Решай головоломки и тренируй свой мозг. А если ты еще не подписан на Моголь ТВ, то обязательно жми на красную кнопку подписки и на колокольчик рядом с ней. Так ты всегда будешь в курсе новых видео с загадками и головоломками на Моголь ТВ. Номер один. Для начала мы проверим, насколько быстро работает ваш мозг. В середине вы видите цифру 19. Сконцентрируйтесь на ней. На этом поле в хаотичном порядке расположены цифры от 1 до 25. У вас будет 30 секунд. Вам нужно будет начать с цифры 1 и затем находить все цифры по порядку, вплоть до 25, то есть 1, 2, 3 и так далее. Для честности, не начинайте искать сейчас, а продолжайте смотреть на цифру 19. Итак, приготовились? 3, 2, 1, поехали! А теперь стоп. Запомните цифру, на которой вы закончили искать, и напишите ее прямо сейчас в комментариях. Кстати, ставьте лайк, если дошли до цифры 10 или больше. Номер 2. Перед вами огромный мост длиной 20 километров. Но он уже довольно старый, поэтому способен выдержать вес только в 2000 килограмм. Ваша машина вместе со всем содержимым весит как раз 2000 килограмм. Вы пересекли половину моста, и на середине на вашу машину села птица весом 200 грамм. Провалится ли после этого мост? Правильный ответ – не провалится. Ведь к тому моменту, как вы проехали половину моста, а это 10 километров, количество бензина у вас в баке уменьшилось более чем на 200 грамм. Поэтому севшая на автомобиль птица не причинит вам вреда. Номер 3. Мужчине нужно перевести огромный кусок железной трубы с одного берега реки на другой. Но если он положит трубу в лодку, то лодка тут же начнет тонуть, не выдержав веса трубы. Oh, no. Кроме лодки, у мужчины есть длинная веревка и зажигалка. Как же ему перевести трубу на другой берег? Итак, для правильного ответа вам понадобится логика и элементарное знание физики. Мужчине нужно взять трубу и привязать ее веревкой ко дну лодки. Тогда вода будет автоматически выталкивать трубу вверх, что сделает ее значительно легче, и мужчина сможет перебраться с одного берега на другой. А зажигалка ему вообще не понадобится. Номер 4. А сейчас небольшой тест, который проверит вашу интуицию. Угадайте, в какой из коробок спрятан автомобиль.
Номер 5. Четырех человек заточили в клетке без еды и воды. Выход через верх у всех заблокирован. Над первой клеткой пылает пламя. Над второй – тяжелейшие камни. Над третьей клеткой постоянно кипит вода. Клетка номер 4 просто закрыта на замок сверху и снизу. Клетки висят над глубоким озером. Рядом есть лодка, до которой можно доплыть. Люди в первых трех клетках могли бы выйти через низ, но никто из них не умеет плавать. Только человек из клетки номер 4 умеет плавать, но она заблокирована и сверху, и снизу. А ключ от клетки номер 4 есть только у человека в третьей клетке. Внимание, вопрос! Как же спастись всем четверым? На самом деле решение этой головоломки не такое уж сложное. Так как вода над третьей клеткой постоянно кипит, то рано или поздно она испарится. Человек сможет выбраться наверх и освободить заключенного в четвертой клетке, так как у этого заключенного был ключ от четвертой клетки. Дальше все элементарно. Четвертый заключенный прыгает в воду и доплывает до лодки, в которую и перебираются все остальные заключенные. Номер 6. У вас есть два отрезка веревки. Каждый таков, что если поджечь его с одного конца, то он будет гореть ровно 60 минут. Вопрос. Имея только одну коробку спичек, как отмерить с помощью этих веревок 45 минут? Рвать веревки по условиям нельзя. Если хорошенько напрячь мозг, то задача не составит труда. Одну из веревок мы поджигаем с двух концов. Одновременно с этим поджигаем вторую веревку, но с одного конца. Когда первый отрезок догорит полностью, пройдет 30 минут. От второго также останется 30-минутный отрезок. Поджигаем этот отрезок с двух концов и получаем 15 минут. Таким образом, в сумме у нас пройдет 45 минут. Номер 7. Вы оказались в очень холодной комнате, где есть только три предмета – свеча, масляная лампа и мини-печка. Для того, чтобы согреться, вам нужно зажечь все три. Но есть проблема – у вас только одна спичка. Что же вам нужно зажечь в первую очередь? Итак, правильный ответ гораздо проще, чем кажется. В первую очередь вам нужно зажечь спичку, так как без этого зажечь что-либо еще просто невозможно. Номер 8. Вопрос предельно прост. Какой из пяти предметов самый тяжелый? Несмотря на то, что эта загадка довольно проста, многие решают ее неправильно. Самым тяжелым предметом является ведро. Номер 9. Перед вами сложный выбор. В реке одновременно тонут ваша собака, чей-то ребенок и сумка с миллионом долларов. Кого вы спасете в первую очередь? На самом деле, в этой ситуации самым правильным будет спасти чужого ребенка. Ведь ваша собака в любом случае умеет плавать. А если она достаточно надрессирована, то может достать из воды и сумку с миллионом долларов. Не забудьте написать в комментариях, на сколько загадок из 9 вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео, и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом.